Сегодня у этих ребятишек особенный день. В их глазах гордость, они знают свои права. Во взглядах нетерпение, хочется поскорее поделиться этим с родителями. Хорошо, что есть права. Закон нас строго защищает, и в нем важны нам все права. Они великой силой обладают. Ребята из детского сада «Золотой петушок» вряд ли сами прошли Конституцию и Семейный кодекс, но с помощью педагогов узнали о своих правах почти все. Сегодня у нас встреча непростая. Мы с вами эту книгу полистаем, едва страницу первую откроем, увидите вы сказочных героев. Смотрите зорче, и тогда у них во правах узнаете свои. Ведь о правах не зря идет молва. Хоть ты и мал, есть у тебя права. Изучить что-то новое, да еще и без отрыва от обычных дел. Что может быть интереснее? Пришли ребятишки в садик и сразу за завтрак реализовывать свое право на достаточное питание. Потом занятия, а с ними и право на бесплатное образование. Затем сон. Кто же откажется от права на отдых? И зарядка. Закаляйся, малыш, тогда правом на медицинский уход пользоваться придется совсем нечасто. А вечером за руку с мамой или папой довольный карапуз пойдет домой. Ведь еще у него есть право на воспитание в семейном окружении и на заботу родителей. Играя в ролевые игры, ребятишки усваивают ценности нашего общества, учатся быть ответственными, уважать других людей, их права и свободы. Мы воспитываем детей с целью, чтобы выросли развитые личности, да, которые умеют отстоять свои знания, свои умения. Ребята должны знать права. Когда мы знакомились с правами, естественно, они знакомились с ответственностью, с обязательствами. И это все помогает развивать целостную личность. Где права, там и обязанности. Жить дружно ребяткам помогают три нельзя. Нельзя драться, нельзя забирать чужие игрушки, нельзя ломать чужие постройки. Родители на образованных деток не нарадуются, да и сами не отстают. Права своих чад знают и уважают. Родителям вам пришлось объяснять, что у вас есть права, или ваши родители уже знали, что у вас есть права? Знали. Знали, выполняют ваши права? Да. А какое право особенно хорошо выполняют? На заботу. На правильное питание. Что такое хорошо, а что такое плохо, спрашивает карапуз. Именно с этих вопросов начинается знакомство ребенка с правами. Если каждый малыш получит от родителей достойный ответ, может, наш мир станет немного добрее? Доверчивы глаза детей, и ангелы хранят их души. Будет безмятежный их покой, никто вовеки не нарушит. И пусть не катится слеза, ни от обид, ни от печали, словно солнышко всегда, улыбка на лице сияет. Ольга Медведева, Любовь Белоусова. Для легко.